Доброе утро, друзья мои. Именно утро, потому что сейчас нет 6 утра. 9 мая, Ульяновская область. Всех поздравляю с праздником, но настроение немножечко не праздничное, скажем так. Смотрите, выпал снег на градуснике минус 0, где-то около 0 градусов. Ну, конечно, быстро смотреть, что осталось от сада. Ну, вот видим, видите, снег только что выпал. Ну, листочки вроде бы как живые. Температура-то, ну, неизвестно, что было ночью. Сейчас не определишь. Это надо днем смотреть, если остаточки цветочков. Первый раз с 3 на 4 вот здесь очень сильно поработал тоже мороз. Если они свернутся, вот так вот, видите, все убило. Ну, с 3 на 4, с 4 на 5 мы с мужем жгли вот в этих вот у нас две бочки во дворе. Мы все-таки как-то уберегли яблоньки. Ну, не знаю, что будет сегодня в ночь, с 9 на 10, обещают до 7 градусов. Вот видите, все равно, как бы мы ни жгли, вон, видите, убило все равно. Что-то осталось, какой-то цвет, что с ним будет, неизвестно. Может быть, он еще отпадет, потому что он потом может отпасть. Ну, вот такие вот нерадостные друзья. А столько цвета в этом году, прям просто как невесты стояли. Вот яблоньки, вот молодые они не... У меня яблоньки здесь растут. Очень жаль, конечно, очень. Посмотрим, что в теплицах. Ну, вот клубничка стоит, как невеста. Она, конечно, сама клубника, ей ничего не будет, друзья. Но цвет-то весь почернеет и отпадет. А цветет она в этом году. Вот, ну, здесь у меня вот поздний сорт. Здесь еще, вот здесь вот более ранний сорт. Вот он уже бутончики набрал. Ну, вот видите, все стоит вон. Ой, вот здесь я немножко закрыла, бросила вот вчера вечером. Думалось мне. Посмотрим, что в теплице. Что у нас здесь? Сколько градусов? Минус 5. Минус 5. Ну, минус 5. Вот обогреватель. Всю ночь с 8 утра. Почти, считай, 10 часов обогреватель включен. Ну, вот так вот, друзья. Огуречки не пострадали. Это главное. Но электричество там намотало уй-ой-ой. Вот даже мята, видите, вся. Все листочки свернулись у мяты. Не нравится ей, что так холодно. Ну, вот все грядки покрыты снегом. Вон курочки замерзли в недоумении. Что такое происходит? В недоумении все. Ну, вот вторая тепличка. Смотрим, сколько. Здесь 8 градусов. Ну, всю ночь вот такая вот старинный у нас вот такой вертушок. Ну, вот он нам помогает. Помидор вот уже начала рассады желтеть, застоялась. А эта помидорка все, слава богу, растет, цветет. Ну, вот если только не обогревать теплицу, то, конечно, я боюсь, что могли бы замерзнуть наши здесь растения. Ну что, друзья, терпение нам всем. Дальше смотрите мои репортажи про наши морозы в Ульяновской области. Сегодняшней ночью обещают самый, что ни на есть серьезный. Возможно, будем жечь костры.